Всем привет, меня зовут Богдан, я владелец международного видеопродакшена и также основатель видеопродакшн хаус на Дубай-Марине. Но в шутку с друзьями мы зовем это место мужской монастырь, потому что правила здесь примерно такие же строгие и преимущественно, конечно, мужской коллектив. Знаете, я переехал в Дубай примерно год назад, как и многие, ища вот эти возможности, вот эти деньги, дорогие тачки, думаешь, все, сейчас я залечу, все попрет. Будем там снимать видосы, искать клиентов, реализовывать проекты. И как и многие, кто приезжает и остаются здесь на несколько месяцев, сталкиваешься с реальностью. Вот так хорошо, можно уже обсираться. Здесь я собираю очень интересных людей, с которыми, например, вместе живем. Часть из них остаются, часть из них уезжают дальше в другие страны. И одну вещь я хочу доносить сквозь всю эту, не знаю, призму, всю эту историю, которую мы сейчас затеваем. Несмотря на то, какие бы ситуации ни происходили, что есть места, где дела идут иначе. Например, таким островком, не знаю, здравомыслия или своего рода спокойствия мы нашли Дубай. Мы планируем выпускать разные полезные рубрики. Я буду рассказывать, как найти жилье, как найти пропитание, как вообще выжить в другой стране и, самое главное, как, возможно, найти деньги на все это. А я буду рассказывать про законы нашей страны и про арабский язык. Также на этом канале мы собираемся рассказывать истории людей и общаться с ними здесь, в этом уютном пространстве, который, опять же, мы называем мужским монастырем. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и переходите и смотрите следующее видео, которое уже на канале. Пока! Это новые купили? Не-не, которые были. От звука вот так вот работаем. Кайф. Сейчас начнем снимать. Давай биточек с этого сыграет. Бокс.